Sorry, but I'm number one. Всем привет, с вами Druid213. Часто, когда я стримлю Сталкрафт, люди спрашивают про настройку инфы, настройку игры, про DPI, про мышь, где тренируешь AIM. Сегодня я поговорю об этом, вам приятного просмотра и погнали. Так, в первую очередь, сенса в винде у меня 6, по центру ползунок, и выключена галочка на повышенную точность установки указателя. Ну, я с давних времен уже ее выключаю, по-моему, это что-то там влияет на ускорение мышки, короче, срань полная, выключайте сразу. Так, дальше. По DPI у меня 400 DPI. Там, ну, люди спорят, какой DPI лучше, но я считаю, типа, кому как удобнее, тот так и играет. Так, запомнили, погнали дальше. Про конвертацию чувствительности мыши. То есть человек задается, я вот перехожу играть с CS там, или с любой игры в StarCraft, как мне перенести сенсу? То есть заходите на сайт mousesensivity.com, пишите тут, допустим, Counter-Strike. У вас там, сейчас я покажу, допустим, два сенсы. 2.07 пусть будет, DPI там 400. И пишите тут StarCraft. И он вам переносит сенсу 6 и 9. Копируете, заходите сюда, вставляете. Так, вы спросите, а вот это что у тебя за срань? Это, ну, такая тема, которая позволяет вам увеличить сенсу в прицелах. То есть, когда у тебя будет там 3x какой-то, 6x, 8, будет довольно-таки неудобно фазумить. Ну, не фазумить, фликать. Вот. И поэтому есть такой сайт Сталкалк, где он может конвертнуть вам сенсу в прицелы с ускорением. Я покажу, как это делать. Старый DPI вы пишете 6.9. А нет, я тупица. Вы пишете 40, там, допустим, 5. Вот видите, вы подбираете себе число подходящее, там, вот, допустим, давайте возьмем дефолт 6.9. Сначала вы подбираете от 1 до 100. То есть, сенсу. Там. Ну вот. Вот, подобрали. 6.9. И потом вот так вот делаете, копируете, сюда вставляете. Ну, это база, мужики, вот. Про конвертацию сенсы. Окей, погнали дальше. Настройки NVIDIA. 240 Гц Моник. По параметрам рабочего стола люди там говорят, почему у тебя такая насыщенная картинка яркая. Вот тут можно ползунками все вот исправить, картинку более яркой сделать, сочной, также добавить гаммы. Но я этим не пользуюсь, у меня все в настройках Моника уже все выставлено. Поэтому кому надо подправить картинку, можете сделать здесь. По настройкам... По регулировке размера у меня на весь экран, чтобы в контре растягивалась картинка, и на ГП, без галочки. Дальше, так, управление параметрами 3D. У меня тут все по дефолту, кроме режима управления электропитанием, режим максимальной производительности и, по-моему, режим низкой задержки у меня выключен, и фильтраты текстур качества, высокая производительность. Так, все дефолт. Настройка сураунда на видюху. Так, далее. На Сталкрафт настройки. Метки выключены у меня, чтобы во время того, как бегаешь, споты не подсвечивались. Там всякая срань. Также вот эта интересная вот темка, включить метки смерти. Я их периодически выключаю, когда играю в сессионки, либо клановые битвы. Чтобы метки постоянно там не удалять. Про сенсу мы поговорили. Дизайн хитмаркеров у меня первый. Там очень такие странные варианты, которые почти не отличаются. Ну, для меня удобен первый.
эффект фокусировки выключен, потому что он мешает. Автоперезарядка у меня стоит и прицеливание по удержанию. То есть я нажимаю одну кнопку, и у меня прицеливается. Люди, потому что некоторые там играют на удержание. Но мне это не нравится. Так, плавная камера, это все-все то-то. Настройки звука. Как я играю? Ну, я вот так вот играю. То есть я выставляю где-то двоечку, троечку, и у меня 100-100. По микрофону тут все кастом. Микрофон выбираете, фоновая музыка, музыка на базах, и вот это все выключено, потому что это мешает по настройкам графики. Сглаживание MSI 8X. Я вот пытался KSA ставить, по-моему, я вообще разницы не заметил. Если у вас хороший мощный ПК, попробуйте вот на этом поиграть, но я играю на MSI, как в КС-ке. Фильтрация моделей билинейная, ну не очень мыло и не очень качественно, то есть тоже не замечаю разницы, просто играю. Качество текстур блоков низкое, моделей тоже низкое, частиц низкое. Я любитель на низком поиграть, то есть я не графа дрочь, растительность средняя, и тут все выключено. По-важному. Дистанция видимости максимум. Прорисовка частиц. Про дистанцию видимости. Ну, просто прорисовка. Если у вас будет низкая, вы дальше 32 блоков ни хера не заметите. Это вам не Майнкрафт, где сквозь стенки блоки просвечивают там модели. Тут не прокатит, ставьте максимум и кайфуйте. Насчет прорисовки частиц. Я играю на низком, ну, потому что мне это не надо. Кто часто попадает в воронки или там хочет видеть аномалии дальше 16 или там 32 блоков, ставьте по удобству, но это так нагружает систему хорошо. Мягкое освещение выкл, детализация выкл. Бой. Вот, поговорим об моем управлении. Задержка дыхания на С. По дефолту, по-моему, она на другой кнопке, я честно не помню. Если что, исправите меня. Быстрый удар СКМ, это понятно, средняя кнопка мыши. Быстрый бросок Home. Я не пользуюсь быстрым броском гранаты. Сменить режимом стрельбы не пользуюсь. И подствольными гранатометами, потому что я... Ну и поэтому я забиндил на там правую часть клавы, чтобы оно не мешалось. Движение. Тут у меня все дефолт, кроме бег и краса. Бег у меня на Ctrl, краса на Shift. То есть шифтить на Shift, бегать на Ctrl. Тут дефолт, активация микрофона на правую кнопку на мышке, вот эту вот. Тук-тук-тук-тук-тук. Помогательный инструмент у меня на End и переключение активного сканирования на V. Пойдемте дальше. И я еще не показал, по-моему... По-моему, что-то я не показал. А, вот, быстрый доступ на Q, точно. По дефолту эта кнопочка C стоит. Но на C нажимать большим пальцем как-то неудобно. У меня стоит на Q. Хороший вариант. Попробуйте потестить. Вообще кайф. Это вот когда вы выбираете там энергетик выпить, оружку поменять. Кайф. Так, тут у меня все дефолтикс. Кроме холодного оружия у меня на двойку вместо тройки, а пистолеты и всякие вторички на тройку. Вот, как-то так. Не знаю, ножик на двойку, это кайф. По лимиту кадров. Можете выбрать лог. Если ставьте 299, у вас будет лог 299. Если ставьте 300, у вас нету лока. Может больше 300 быть. Многопоточная загрузка включена, memory map от файла включена, отправлять статистику производительности не включена. Не знаю, для чего она нужна, зачем, нахер надо. И кэш включен. Пинг у меня в игре 33. Так, и теперь поговорим по поводу, где я тренирую АИМ. АИМ. АИМ я тренирую вот тут, ковок. Охуенная программа. Хорошая программа, то есть, ну, много режимов разных есть, плейлистов. Если хотите подкачать AIM, хороший вариант там. AIM Lab тоже можете поиграть. Главное, немножко не, там, не перетруждайте себя, не играйте там 3 часа, 2 часа в день, потому что вас сильно это заебет, вы это бросите. Играйте там по полчаса, по часику в день, и результат рано или поздно, если вы играете хорошие плейлисты, ну,
точно достигнет, и вы станете лучше. Код плейлиста в Ковыке я скину в описании под видео. Вот. Ну что, все? Видео записал такое кратковременное. И по... О, точно, о точке поговорим. Часто тоже на стримах говорят, что это у тебя за точечка там у тебя по центру экрана. Банят ли за нее? Нет. За нее не банят. Хорошая программа в Стиме. Редактором прицела, то есть можете любой прицельщик там выбрать себе, там нарисовать хоть что и играть спокойно в полноэкранном режиме. Хорошая программа, советую. Из-за нее, по-моему, не блокируют. Ну, меня точно. Вот, как-то так. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Надеюсь, ответил на все вопросы по поводу настройках, там всякой шляпы. Поэтому хорошего вам дня. Регайтесь по рефералке, кулачок отбиваю, бам. Пока-пока.